1-1. Победу одержал Иван Черных, Уральский федеральный округ, любительская конкурс. На татами 1 приглашается Иван Агафонов, центральный федеральный округ, Липецк. Амжали Цилоев, Северокавказский федеральный округ, Ингушетия. Готовился Лариков, Северокавказский федеральный округ, Султан, Уральский федеральный округ. Татами 2. Победу одержала Оксана Никитина, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область. Победила Елизавета Рыбаченко, Уральский федеральный округ, Челябинская область.